Покажи пару приемов. Вау, как мы устали, задолбались. Сейчас будет рэп. Привет! Снег еще не растаял, а птички не поют. А значит, сегодня студ весна электриков. И сегодня мы проберемся в святую святых, репетиционную комнату, где мы узнаем все самое сокровенное. Так что, погнали с нами! Сейчас мы попробуем пробраться на сцену, где у нас поют и пляшут. Пошли. Какая у тебя роль на концерте? Я выхожу, мне дают люлей, я ухожу. Я буду играть на саксофоне с нашей группой. Никакой роли нет, я просто танцую, кайфую. Заспойлери нам свой танец. Он будет необычный, мы будем бегать, много бегать. Вы все увидите на нашем прекрасном, крутом, смешном, восхитительном концерте. Всех ждем. Как думаете, сегодня Декан выйдет? Мы тебя еще увидим? Еще, конечно, увидите. Я пока не отчислили, я буду здесь. Будет потрясающий концерт, я уверена в этом. Сколько тебе заплатили за эти слова? Мне не платили, все хорошо, это было бесплатно. Нам ждать тебя в следующем году? Обязательно. На Галке увидим? Да. А область? Возможно. А страна? Еще менее возможно. Марс? Обязательно. Надеюсь, мы тебя еще увидим когда-нибудь? Надейтесь, может по телевизору. Как часто путают саксофон и саксофон? Очень часто меня это раздражает. Вот, сыграй на какую-нибудь красивую мелодию. Уважаемые зрители, спасибо, что посетили этот концерт. Я оставил на нем голос, и второй голос тоже. Люблю, целую, всем респект! Если вас также зарядил концерт электриков, как и меня, то жду от вас лайк и подписочку. Скоро новые выпуски.